Моя задача вам показать красивые виды, если их можно так назвать. Но в любом случае для меня этот район является лучшим. Здесь все-таки провел большую часть своего времени. Вот. Почему отсюда именно решил снять? Так как тут же у нас и рыбный порт. Здесь же у нас с этой стороны вот завод заброшенный. Он, кстати, обанкротился еще в 2000 году. Мне мама там 17 лет отработала. Вот. Сейчас там никто не работает. Единственное, что там территория под охраной. Возможно, там что-то и делают еще, производят. Все-таки площадь-то большая. Вот. А так все, давно уже на металл распилили. Все самое ценное оттуда уже вынесено просто. Так что делайте вывод. Сам район, где я вырос, все детство провел, да? Вот оно там. Тоже сейчас все увидим, посмотрим. Все, запускаю своего дрона с машины, с капота. Ну, с Богом. Ну все, ребят, полетели смотреть виды гидролизного завода. Так, полетал немножко, думаю, вам более стало ясно, да, сколько у нас вокруг находится на этом небольшом райончике. Жалко, конечно, что завод такой огромный закрылся, столько людей осталось без работы, соответственно, людям приходится ездить куда-то совсем в другие отдаленные места. Раньше только дорога впереди, и все, и ты уже дома, считай. Ладно, будем сажать дрон. Кстати, я его сейчас сажать буду прямо в сугроб. Он зарылся. Ну, ничего не поделать. Так вот у нас страна развивается. В кавычках. Все, всем пока.